В выходные на Капустяном кладбище осветили место для нового храма-часовни. Храм будет строиться при поддержке городской и областной власти. Они уверены, нашему региону такие места необходимы. Чем больше храмов, чем больше веры, тем лучше жизнь в нашем Запорожском крае. Мэр города пообещал содействовать в скорейшем завершении строительства храма-часовни. А я по-человечески просто очень рад и сделаю все от меня зависящее, чтобы этот храм-часовня появился как можно быстрее. Храм возведут в честь воскрешения Господня.